Здравствуйте. Я себе всегда хотел хорошие наручные часы, но хорошие часы мне были не по карману. Вот. Поэтому приходилось мне покупать всякие китайские подделки, вот. Дешевые, на вид, конечно, тоже красивые, но только что на вид. Вот. Но я потом нашел часы, которые мне очень понравились. Вот. Они фирмы Kronen & Schöne. Вот. Эти часы вроде бы как от немецкого дизайнера. Вот. И эти часы я вам хочу сейчас показать. Вот, смотрите. А, так, это вот такие вот часики. Вот. То есть, что в них такого меня привлекло? Ну, во-первых, качество. То есть, вот когда держишь, не скажешь, что это китайские часы. Вот. Значит, что у них тут? Ремешок кожаный, вот, действительно кожаный, вот, со своим логотипом, вот. Потом у них застежка интересная, вот, под любую руку подгоняется, потом очень быстро одевается. Вот, у них автоподзавод у этих часов. Защита, водонепроницаемые чехлы, вроде бы как написано. Я не знаю, я, конечно, не проверял, но как бы руки в них моешь свободно. Вот, далее. Тут как бы вот три циферблата еще дополнительных. То есть первый — это у нас дни недели, второй — это дни месяца, третий — это 24-часовой как бы интервал. То есть у нас на обычном на часах 12 часов, на этом 24. Вот. И вот кнопками как раз и регулируется. Этой кнопкой мы меняем дни недели. Вот, этой кнопкой мы меняем как раз и дни месяца. Вот, очень удобно. Как бы фосфорные стрелки, то есть в темноте всегда видно. Вот. И как бы вот я эти часы уже ношу больше месяца, да даже больше 2 месяцев. Мне они очень нравятся. Вот. Завода хватает, как бы на ночь их положил, утром встал, завод еще есть. Ну, рукой как бы уходишь, рука трясется, часы заряжаются. Очень удобно, советую всем часы. Стрелка будет под видео. Ссылка будет под видео.